Ребята, давайте сыграем в игру. Вы оставляете комментарии, а я их лайкаю, и на первые комментарии я, к слову, отвечаю, поэтому поторопитесь. Ну что, друзья, на часах 10 часов утра, я до сих пор не ложился спать, а это значит, самое время записать для вас видеоролик. Да еще какой. Я лично, своими руками, этим геймпадом, в этой викинг-лиге сделал 29 побед. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Это на секундочку на одно поражение меньше, чем у Клёна, который сделал 30-0. Не без моей помощи, я вам скажу. Чекайте этот комментарий. Да, я предсказал, что он сделает 30-0. Даже Кефир сделал меньше побед, чем я. Про Акулу я вообще молчу. Где он там? Где Акул? Где ты там? А, я тебя не вижу. А, вот ты где? 13 побед, лолки. Ладно, ребята, на самом деле все это шутки. Если бы я сам играл, я бы, наверное, больше 13 побед тоже не вывез. За меня играл мой бустер Ивченко, и, к сожалению, вот одной победы не хватило до 30-очки, да еще с каким составом был проеб, вы посмотрите на это дерьмо. Я помолчал. Ну, такими составами и ебают обычно. Да, статистику, конечно, не видно, но вот, короче. Реально, все такие, фри победа, там, как Лен у чувака. Очень обидно, на самом деле, вот прям чуть-чуть не хватило до 30-ки. Многие меня в комментариях осуждали за то, что я сам не играл в викинг-лигу. И для этого есть весомые причины, собственно, которые вы сейчас увидите. Да, ребята, причина максимально банальная. Я просто захотел засейвить свои нервные клетки. Надеюсь, меня никто осуждать не будет. Кто-то посчитал постыдным вообще, что я сам не играл в викинг-лигу. Ну, так уж получается, что я довольно-таки вспыльчивый человек. И ни один десяток геймпадов от меня пострадал. Кстати, вот, я не знаю, видно вам или нет, этот геймпад тоже уже треснул. FIFA только вышла, он уже пару раз об стол у меня побился. Но это не значит, что я вообще не буду играть в викинг-лигу. Я буду как-то чередовать все это дело. Когда-то будет играть мой бустер, иногда буду играть я, но в целом, опять же, наградки хочется открывать самые топовые, но при этом не хочется тратить свои нервные клетки. Так, давайте, я пока открою паки с Division Rivals, награды за викинг-лигу где-то через часик подъедут вроде как. Я думаю, что вы и без меня знаете, что скоро будет у нас бой года, Хабиб будет драться против Гейджи, надеюсь, правильно произнес его фамилию, и мои спонсоры, компания ONX, готовы предложить вам классные коэффициенты. Ссылочку вы можете найти по закрепленному комментарию, или же просто воспользуйтесь моим QR-кодом, он очень классный. Ну и также рад сообщить вам о том, что мой сайт с продажи монет снова заработал, поэтому если вы хотите просто купить монетки и собрать классный состав, ссылочка будет в описании. Миллион отзывов, все честно, качественно и быстро. В последнее время, как вы заметили, актив у меня немного упал, но это не значит, что я ничем не занимался. Я действительно пытался для вас записать какой-то контент. Я сделал какую-то сумасшедшую херню, о которой я сейчас вам расскажу. Я задонатил 12 тысяч FIFA поинтов на свой аккаунт и щелкал только паки по 100 FIFA поинтов. Просто у меня трагедия на днях случилась. Я стримил, задонатил 24 тысячи FIFA поинтов, и мне упало всего лишь 2 волкаута. И оба волкаута были из Ювентуса. Киллини исчезный. И я настолько разочаровался в этих паках по 150 FIFA поинтов, что решил просто вбухать 12 тысяч фапоинтов на паки по 5 тысяч монет. Я подумал, что будет довольно-таки скучно выкладывать такой ролик. Мне в целом ничего не упало, но я налутал много карточек Лиги Чемпионов, которые я продал по 10 тысяч, некоторые по 11 тысяч монет. Ну, чтобы вы понимали, там соточка была налутана, и этот дроп превзошел мой дроп на 24 тысячи фапоинтов. Вы просто вдумайтесь. А вот это вот обидно, кикселить Маркуса Лоренто, учитывая, что он у меня уже есть непродаваемый. Я вот задумался, кто в здравом уме будет такой херней заниматься, кроме меня. Еще записал ролик, так еще его не выложил по итогу. Ладно, тем временем у нас тут щиточки, информ, вроде как цапник из Лейпцига. Так, ребята, 18 редких предметов. Это должен быть крутой пак. Я вам уже об этом говорил, что дроп мне просто фантастическим образом открутили. Мне вообще перестало что-либо адекватное падать. Опять же, я не знаю, с чем связано. Возможно, с тем, что я много фифа-поинтов доначу, возможно, с тем, что у меня уже игроков много классных в клубе. Ни во что не верю, ничего не жду. О, волкаут! Волкаут! Ребята, давайте, порадуйте меня, яшники! Аргентина! ПФА! Просто иди нахер. Ну реально, просто иди нахер. Также, друзья, не забывайте про мой промокод. Ну что, друзья, вот тот самый момент. Немного волнуюсь, честно, Элита 1.
29 побед, награды просто нереальные, 125 тысяч монет, информы, по 100 тысяч паки, пики, боже мой, просто купаюсь в хороших наградах, но насколько они будут хорошие, опять же, мы не знаем. Мне вообще редко везло в наградах за Weekend League на протяжении всех прошлых сезонов, поэтому будет прекрасно начать с мажорной ноты. Давайте, один из пяти игроков. Открываем и даже не знаю, что вам сказать. Ой, разъебал. Так, next pick, смотрим. 29 побед. И эй, не подведите! Да, пока что все это выглядит как срань какая-то. Финальный, смотрим. Боже мой, вот это награды, ребята. Ребята, начало сезона положено, да? Да, 29 побед, говорите, да? Так, 2 пака по 100 тысяч и пак с 6 информами. Let's go. Так, я не смотрю, есть ли волкаут или нет. Пусть будет для меня это небольшая интрига. Франция. А кто там? ЛЗ. Ну, это срань, да? Конечно, выглядит это все не очень. Давайте чередуем паком за 100 тысяч. И не смотрю, не подсматриваю, чтобы не заспойлерить себе волкаут. Уругвай! Да это же! Ну, это не волкаут, но при... Блять, это пиздец. Ну, типа, да, я понимаю, что это, возможно, дорогой игрок. Я не помню, сколько он стоит. Но в паке за 100 тысяч максимальный рейтинг 83. Это ж просто пиздец. 3 информа. Еще 3 гарантированных информа, ребята. Давайте смотрим, будет ли волкаут. Волкаут есть. Волкаут есть, ребята. Давай, Англия или Германия. Это что? Это... А, это Делэни. 77 тысяч. Но когда в команде есть Решфорд и Вернер, ты как-то ожидаешь увидеть немного другие карточки, согласитесь. Я опять также не смотрю, есть ли там волкаут или щиточки в целом. И давайте смотреть. Англия. ПЗ. Уолкер. О, это был волкаут, кстати. Это волкаут Александр Арнольд. Но стоит ли он что-то, вот это вот другой вопрос. 37 тысяч монет. Ладно, возможно, внутри еще что-то будет. Смотрим, Давид Сильва. Ну, слушайте, 3 волкаута получается. А, не, Летяга это не волкаут. Ну, в общем-то, я на ваш суд оставляю эти награды. Посмотрите, оцените и отпишите в комментариях, как вам дроп за 29 побед. Ну, типа, возможно, я зажрался, да, вы скажете, ну, блядь. Когда ты делаешь 29 побед, ты как-то рассчитываешь увидеть нечто круче, чем вот то, что я увидел. Да, какой-никакой буст на аккаунт имеется. Если, в принципе, я все продам, у меня будет 2 миллиона. Но если глобально на это посмотреть с моей стороны, как-то, не знаю, скромненько. Вы, кстати, можете выпендриться своим дропом. У меня есть телеграм-канал, где есть пост. Можете туда скинуть ваши награды. Я посмотрю, возможно, обзавидуюсь. А у меня на сегодня все. 29 побед. Такие наградки. Опять же, пишите в комментариях, что думаете. С вами был я, Панда FX. Возможно, следующую Weekend League отыграю я сам. Хотя, видя вот эти вот кадры, блядь, так не хочется. Так не хочется. Ну ладно, посмотрим. В любом случае, благодарю всех за просмотр этого видоса. Оставьте лайк. И всем хорошего настроения. Пока.